Куба. Привет, с вами доктор Влад. Вроде все на месте. Сегодня будем делать котлеты. Какие бывают котлеты? Котлеты бывают самые разнообразные. Но сегодня будут мясные котлеты из рубленого мяса. Вот оно рубленое, еще особо не разморозилось. Ну, пока я буду болтать, вот это говядина. Вот такая вот. Это тоже говядина, я половинку взял. Остальное у меня в другое место ушло. Вот. О чем это я? Да, не обязательно из мяса. Можно делать из капусты, можно делать из моркови, из картошки, ну, вообще из чего угодно. Можно делать котлеты. И из мяса тоже можно делать котлеты из рубленого вот такого мяса, из фарша. Можно делать отбивные. То есть берешь кусок мяса, отбиваешь его на сковородку. Вот. С косточкой хорошо. Американцы любят отбивные с косточкой. Вот. Ну и можно жарить, можно парить, пареные котлеты, вернее, паровые котлеты тоже, они очень вкусные и очень полезные диетические. Так, ну вроде наболтал немножко, да? Оно у меня, правда, не очень разморозилось еще. Вот, ну неважно. Пока я буду говорить, оно как раз и разморозится. Я говорю, ты, говорит, зачем шубу надел? Да, когда закончу, зима наступит. Я вот потихонечку их ломаю тут, да, и болтаю с вами. Вот собаки здесь, конечно, потому что они мясо чувствуют. Вот, они мясо едят с удовольствием. Ну и ладно. Значит, мясо. Что еще нужно? Ну, можно просто из мяса слепить. Яйца забыл. Вот, блин, я помню, что я что-то забыл. Можно просто слепить, значит, такую вот котлеточку, значит, как-нибудь, да, и бросить ее на сковородку. Но это не будет вкусно. Дело в том, что само по себе вот мясо пустое, оно не очень вкусное, ребята, уж вы мне поверьте. Поэтому в него добавляют разные такие штуки. Значит, что мы будем добавлять? Мы много чего будем добавлять сегодня. Ну, во-первых, мне вообще-то желательно, чтобы фарш этот разморозился. Сейчас я его еще немножко на кусочки порежу. Я с утра их это самое, этот фарш достал из морозилки. Вот, и он еще у меня не успел, как говорится. Ну ладно, потихонечку, я говорю, пока болтать буду, оно у меня и разморозится. Потом мы будем сюда добавлять много вещей, преимущественно теплых. И поэтому, в конце концов, мы добьемся того, чего хотим. Так, ладно, значит, это фарш. Что еще нужно добавлять? Ну вот, кстати, я начал говорить насчет того, что вот делают овощные котлеты. Очень вкусно, я вот еще не пробовал делать, значит, мясо. Это рыжий. Не пугайтесь, это не полтергейст, это рыжий, он всегда вот здесь вот ложится, а черный вон там сзади лежит. Они мясо чуют. А много я что-то взял, да? Ну ничего, как-нибудь съедим. Котлеты вообще удобно. Потому что порционное взял, сколько нужно, 1, 2, 3, 4. Так, ладно. Теперь, значит, ой, я еще кое-что забыл. Для сочности обязательно нужно добавлять лук. Вот, значит, как мы будем добавлять лук? У меня вот здесь есть такой вот, такая штуковина. Сейчас вот у меня тут луковица есть, да? Ну, по-моему, она большая. Или как, сойдет пополам. Я много лука люблю, и поэтому я сейчас ее всю и измельчу, чтобы ножом тут не работать целый день, да, есть такие, есть такие специальные, вы не видите, что я делаю, ну, я просто разрезаю вот эту вот половину луковицы, вот, и потом я ее закидываю вот сюда вот, и сейчас у нас будет измельченный лук, очень удобная штука. Наоборот. Сейчас мы вот это сюда все забросим. Эй! Ну, вы примерно смотрите соотношение. Ну, в принципе, лук, я говорю, я всегда лука очень много кладу, потому что мне лук нравится. Вот, и я жену всегда прошу побольше лучка. Вот, и
котлеты получаются сочные. Еще соду забыл. Вот подготовился доктор, а? Половину забыл. Ну ничего, не страшно. Опа. Еще лучок. Опа. Ну вот я говорю же, и мясо согреется сейчас как раз. Пальчиком достаю, ну ничего, не страшно. И еще чуть-чуть осталось. Сейчас мы это дело доделаем. Упс. Так, встало. И это хорошо. Все это было у чистых с лебедем прудов. Пришла, взглянула и убила. И не оставила следов, пришла, взглянула и убила. И знаете, что еще? Я чеснок всегда добавляю вот на всю вот эту вот банку, пару вот таких вот зубчиков я тоже кину. И пускай он здесь же с луком не подерутся. Покатит. Так. Опс. Эй, подруга, давай. Мясо-то не останется, ребят. Я говорю, ну это я так делаю. Можете, конечно, просто мясо одно там с яичком, например. Ну, мне вот нравится вот так. Вот видите, уже половина практически. И это еще мало. Еще я добавляю, знаете что? Потерял ножик. Еще я добавляю хлеб. Каким образом я это делаю? Вот такой хлеб. Вот, вот такая вот стоит доллар. Это, ну, она полная в смысле, да? Это мы уже поели. Возьму парочку. А вот хлеб я хотел вам показать. Вот это бородинский хлеб, да, он здесь продается. Вот такой вот глиненький. И стоит он, вот такая вот длинная штучка, 2,99. Трешник. Представляете, цена какая у хлеба? Но вкусный. Так, значит, вот я взял две булочки, да, два хлебушка вот таких вот. Из них бутерброды удобно делать. И наливаю сюда молочка. Молочка. И вот сейчас все это дело размякнет. Можно просто воды. Ну, молочка, оно как бы вкуснее даже. Вот сейчас я дождусь, пока оно все впитается. А пока оно впитывается, я добавляю картошку. Мы здесь ее не чистим, ребята. Ну, хотите, чистите. Опа. Вот так вот сейчас я ее. Картошка красная. Картошка вот красная, вкусная очень. Она тут разная бывает. И не оставила следов. Пришла, взглянула и убила. Опа. Вот видите, что у меня тут такое, да? Какая машина. Опа! И получилось картофельное пюре почти что. Вот, оно потемнеть не успеет, потому что я сейчас все это дело сюда вот запущу. Спасите, спасите, спасите. Разбитое сердце мое, верните, 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 верните ее. Та-дам-та-та-дам-та-та-дам-та-та-дам. Музыка вновь слышна, встал пианист и танец назвал, и на глазах у всех. Это сколько же у меня котлет получится? Мама родная. К вам я сейчас иду через зал, и я пригласить хочу на танец вас, и только вас. Хлебушек, хлебушек. Все впитало. Что не впитало, сюда вылили просто так. Вот так вот, доктор. Опа. Ну что, фаршик-то у меня расходится, нет? Расходится помаленечку. Помаленечку расходится. Вот все это вместе. Вот как вкусно будет, да? Собаки тут аж
слюной все изошлись. Ай, все у меня сыпется. Маленькая баночка, да? Надо было побольше. Я хотел просто, знаете, чтобы вам показать, что это стеклянное, да? Вот, а на самом деле, конечно, я свалял дурака. Я сейчас другую возьму. В этой неудобно работать. В этой неудобно работать. Ай, а как же я ее возьму-то? Ладно, вот так сейчас возьму. Я хотел как красиво, а получилось как всегда. Вот сейчас я сюда это дело все. Моей головы не видно, да? Ничего страшного. Это мы пока уберем. И мешать я рано стал, потому что... Не, ничего, нормально, фаршик уже расходится. Потому что здесь еще надо добавить обязательно яйца. Не знаю, вот делают без яиц, да? Но это нужно вот этот фарш поднимать, плюх. Мне неохота. Дешевле просто взять и сюда это самое яйца вбить. И все будет хорошо. Так, сейчас я за яйцами пошел. Доктор пошел за яйцами. Да-да-да. Яйца у нас продаются вот в таких вот по 12 штук дюжинами. Ну что, парочку сюда, может даже 3, наверное. На такое количество фарша. Кто будет это есть? Я сам буду есть. И не оставила следов. Не, я что-то другой пел. Музыка вновь слышна. Встал пианист и танец назвал. Я сегодня даже для мусора приготовил коробочку. И на глазах у всех к вам я сейчас иду через зал. Я пригласить хочу под танец вам. Не только вас. Трица. Нормально. Пойдет. Так, что еще? Еще нужно соль и перец. Руки у меня какие-то прям. Сейчас я возьму салфетку. Та-та-та-та-та. Встал пианист и танец назвал. Вот так вот. Салфеточку возьму, значит, еще соль надо обязательно, ребята. У нас вот в таких продается 737 граммов. Так, обязательно перец. Обязательно. Я люблю перченое, так что не удивляйтесь. Так, соль, перец. Ребят, я всегда добавляю соду. Оно попышнее становится. Еще найти ее надо. А есть сюда. Немножечко. Чуть-чуть. Еще немного. Еще чуть-чуть. Эй. Последний бой. Покатит. Он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. И вот еще что я забыл. Господи. Это Татьяна купила ему вот такие штуки. Знаете, что такое? Это то ли рога, то ли копыт. Я не пойму. Вот они грызут по целым дням. У них все получается. Так, а чем я буду мешать? Лучше ложкой. Это знаете, что такое? Это обваливать. Вот я прямо сейчас в эту тарелку. А, она у меня в молоке. А я сейчас ее протру вот так. Можно обваливать. В муке можно обваливать, просто в сухарях. Вот. А это специальные такие сухари Seasoned Bread Crumbs. Хлебные крошки Bread Crumbs. Вот оно, видите, оно еще с зелененьким с чем-то тут. В общем, как-то так. Ну, зелененькая это трава. И снится нам не рок от космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам... Так, ложку. Ложку у меня рядом. Я тут пока готовил все, вот еще сделал это к котлетам. Гляньте, какая прелесть. Это
Цветная капуста, пожаренная с чесночком. Муа! Прелесть. Очень вкусно. И снится нам. Еще собакам суп. Ну, собачий суп я вам уже показывал. Так, вот теперь надо размешать. Оно у меня уже или нет еще? Уже, фаршик уже разошелся. Хорошо. Сейчас я это все дело помешаю. Слушайте, правда, много получилось, да? Ну ничего, съедим. Котлеты они не портятся в холодильнике. По крайней мере, у нас они не портятся. Потому что они съедаются быстрее, чем могут испортиться. Та-да-т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 а. Это ледяная синева. А снится нам трава, трава дома. Все должно быть гомогенно, а проще говоря, перемешано очень, так сказать, тщательно. Тщательно, тщательно. У меня там батарейки хватит? Должно хватить. Та-да-та-та-та-та. В следующий раз нужно будет все-таки немножко заранее мясо достать, хотя бы с вечера. А то я с утра достал, ну ничего, ладно. Прожарится. Та-та-та-та-та-та-та-та. Не снится нам трава, трава. Как вкусно, да? Уже вкусно. То ли еще будет, ой-ой-ой. Нагружать все больше нас стали почему-то. Нынче в школе первый класс. Не та тональность. Вроде института нам учитель задает. Та-та-та-та-та-та. Ну вот примерно так. Блин, сколько здесь котлет будет. Так, включаем нашу любимую. Нашу любимую. А, сразу на полную сделаю. Так, и, ребят, масло обязательно, конечно, масло. Постного. У меня вот тут канола ойл. Не помню, что это такое, горчичное, что ли? Ну, не кастрюльное. Та-та-та-та-та. Масло не жалейте. Ух ты, подожди. Ха, в дырочку налил. Вот чудик, а. Ну, Ячменников, ты даешь. Тут же дырочка. Эй. Сейчас мы ее. Главное, ну надо же, а. А мы ее сейчас из дырочки назад. Вот так. Во. Хорошо. Та-ля-та-да-та-да-та. Нам учитель задает. Так, ну и теперь самое главное, да? Ой, Гриша. Гриша, ты прям не можешь, да? Лепим котлеты. Чтобы особо не прилипало к рукам, можно руки водой мочить, но мне туда неохота идти-то. Так. Опа. Вот так вот. Вот так вот. Упс. Раз. Кандидат наук и тот над задачей плачет. То ли еще будет, то ли еще будет, то ли еще будет. Ой-ой-ой. Та-т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 а. То ли еще будет. Ой-ой-ой. На-на-та-да-та-да-та. О, уже жарится. А уже жарится. Потихоньку. Я тесто делаю, ну не тесто, а вот это вот котлеты, я всегда делаю чуть-чуть жидковатое. Не знаю почему. Вот так вот. Па-ра-па-па-па-па-па. Вроде института нам учитель задает. Ну вот я сейчас 4 штучки положу. Уж всю-то я не буду сейчас делать. Это вам надоест. Конечно, надоест.
А остальное уже как выключу. Тем более у меня, ёкаламана, через 20 минут у меня прямой эфир, ребята. Меня уже ждут на прямом эфире. Через 20 минут. А мне еще надо с собаками погулять. Сейчас мы их пожарим, а чтобы они быстрее пожарились, где-то у меня была баночка. А, в общем, это дело вкуса, но я обычно накрываю. Ну, в данном случае у меня вот такая штуковина есть, да? Я ею накрываю, они лучше поднимаются. А, в принципе, можно на открытой сковороде. Лучше их делать потоньше, чтобы они прожарились хорошенько. Ну, я так... Так и вам не интересно так будет под этой штукой, да? Ну ладно, давай мы ее снимем. Господь с ней. Я на полную сделал, да, на полную. И вот они жарятся, вот такие котлетки. Видите, они, в общем-то, у них вид-то не мясной получается, а просто, ну, котлеты такие. Ну ладно, пока жарится, вот эти четыре первые были, да? Ну, две и две. Я пока сейчас буду остальные закладывать. Пока вот эти вот будут доходить. А я остальные и доложу. За спиной остался след от водных лыж. Ты услышишь. Ты музыку услышишь. Опа! Это после масла то же самое, которое было здесь. Такая музыка. Что-то маленькое. Опа! Так, это что, у меня маслица немножко не вылезла, ну не страшно. Ну, в общем, вот так оно бывает. Сейчас я посмотрю, что с той стороны уже получается, вот у этих вот. Нет еще. Еще рано. Чуть-чуть подставлю, чтобы куда стекало. Ну вот как-то так, ребята. Котлеты, я вас уверяю, получится вкусно. Ну я думаю, мы дождемся хотя бы одну. Ну вот это вот уже более-менее. Более-менее. Давай, жарься. Все будет хорошо, я это знаю. Да, все будет хорошо. Куда подевалась эта девушка, кстати, давно ее не видел. Ну, юноша. Эй, хватит мне. Опа! Ну эти, конечно, потом. Я вот жду сейчас вот эту. Если ее можно будет кушать, я ее тогда скушаю. Перед вами. Вообще горячее сырое не бывает. Есть такая мужская поговорка. Мужчин-поваров. Опа! Вот сюда немножко маслица. Ну что ты у меня, как? Котлета. Моя главная котлета. Опа. О, есть уже. Уже пора. Опа. О, а это еще лучше прожарилось. Вот, а это тоже. О, а это уже горит, ребята. Надо убавлять немножко. Хорошо, все будет хорошо. Вот они, котлеточки. Как-то так. Я вот на это надеюсь, что это дойдет. Это еще сыровато. А мы сейчас возьмем чем-нибудь кусочек.
нечем. Ножом. Ножиком. Ножиком. Опа. Вот краешек, краешек, краешек. Замечательно. Ой, нельзя мне. До обеда еще много. Ребята, это вещь. Не отлипает. Ну давай сюда тучу. Краешек. Вы мне поверьте. И главное, вот посолил точно-точно. И перца точно-точно. И вообще все вот так. Приятного вам аппетита. С вами был доктор Влад. Ждите меня. Ой, через 12 минут. Чао. В прямом эфире, в смысле.